На стенах художественной школы повсюду ящерицы. Их здесь ровно 300. Таким необычным способом учащиеся вместе с педагогами решили предвосхитить предстоящий юбилей Полевского. 300 лет, 3 века за плечами города. Такая дата. И, конечно, наша художественная школа, как и все полевчане, готовится достойно, интересно встретить этот юбилейный год. И с педагогами мы решили, что все выставки этого года будут посвящены этой знаменательной дате. Героиня бажовских сказов изображена в самых разнообразных тонах. Дети использовали различные техники – рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство. Фантазии юных художников не знают границ. Нравятся эти ящерицы, и я решила, что их надо как-то на Азов-горе где-то изобразить, чтобы они как бы на камне и сзади были... Вот это вот гора Азов. Я нарисовала камни, чтобы понять, что вот этих ящериц можно как бы встретить и в лесу, и где-нибудь в траве. Ученики детской художественной школы в процессе подготовки к открытию выставки знакомились не только с творчеством Павла Петровича Бажова, но и работами выдающихся художников, изучали биографию. Дети с большим удовольствием погрузились в подготовку к юбилею города. Теста Анатольевна показывала нам разные работы художников, и моя работа сделана в стиле Энди Уорхола. Это очень прекрасный художник, он меня вдохновил на эту работу, и я просто очень под большим впечатлением. Я до сих пор даже немножко не могу отойти, у меня повешены его картины в комнате. В общем, он мне просто, так сказать, зашел, так сказать, в сердце. Очень понравилось принимать в ней участие. Тут очень много классных работ, и, ну, я считаю, что юбилей города – это очень знаменательное событие, так как, ну, 3 века – это достаточно много для такого маленького города, как наш. Всего было выполнено более 130 работ, самому юному художнику всего 4 года. Как писал в своем произведении Павел Петрович Бажов, ящерок тут бесчисленно, и все слишком разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то, как глина, либо песок с золотыми крапинками. Много поводов гордиться нашим родным городом. Во-первых, город находится на Уральских горах, которые являются самыми древними горами на планете. Во-вторых, город был уникален как своим горнодобывающим комплексом. Это один из самых древних рудников на территории не только России, а на территории мира, на территории Пумешевского рудника он располагался. Эта выставка лишь начало грандиозного проекта «Праздник в цвете», который реализуется при поддержке благотворительного фонда «Синара». Впереди много мероприятий, которые включают в себя мастер-классы, передвижные выставки и даже будет выпущена книга. 300-летний юбилей Полевского будут отмечать весь год. Игорь Соколов, Константин Миронов, новости «Твой день».